И возвращаясь к визиту военной делегации Пакистана в Азербайджан, как Баку и Исламабад будут наращивать сотрудничество и какие вопросы стоят на повестке дня оборонных ведомств двух государств? Тему обсудим с военным экспертом, полковником Шаиром Рамалдановым. Он у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, только за этот год военные двух стран уже в третий раз, как мы знаем, будут обсуждать военное сотрудничество. Вот какие вопросы могут стоять на повестке дня, учитывая то, что ранее военные двух стран обменивались опытом по разминированию территорий и борьбе с терроризмом? Ну, я скажу, что у нас с Пакистаном развиваются отношения очень динамично, очень положительно. Вообще-то у нас и раньше были отношения с Пакистаном, вплоть до того, что пакистанские военные представители учились у нас в Академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики на стратегических курсах. Поэтому у нас это, можно сказать, не новые взаимоотношения с Пакистаном. Что касается динамического развития, она особенно получила в последнее время, после июльских событий, когда Пакистан поддержал Азербайджан во время, как говорится, провокации, которые Армения провела на Таузском направлении. Кроме этого, когда Азербайджан начал освободительную войну, отечественную войну по освобождению оккупированных территорий и восстановлению территориальной целостности, Пакистан, как это, оказал моральную помощь, поддерживал Азербайджана на международном уровне и всячески показывал, что он готов участвовать, если Азербайджан обратится к Пакистану. Вы знаете, что наша дружественная братская сторона Турция всегда была рядом с Азербайджаном, и Пакистан тоже, как говорится, оказывал, то есть и показывал свою активность в этом направлении. И недаром у нас в Азербайджане, можно сказать, везде можно увидеть флаги и Турции, и Пакистана. Это в знак уважения азербайджанского народа, поддержки Пакистана в такую трудную минуту Азербайджана. Естественно, после того, как Азербайджан одержал, то есть не было необходимости, конечно, в их такой помощи, помощь была моральная. И это тоже немаловажно, я скажу. После победы Азербайджана и восстановления территориальной целостности вооруженным путем, естественно, с Пакистаном у нас стали более динамично развиваться отношения. Я бы не сказал, что есть хотя бы какая-то отрасль военная, где мы не могли бы говорить о развитии. Это и кадровые, как говорится, обмен опытом. Это и обучение специалистов там, военных, ихних здесь. Это и совместные учения планируются. Это и военно-техническое сотрудничество с Пакистаном. Очень большие перспективы. А насколько эффективен вот этот имеющийся опыт совместных маневров, вот говоря как раз-таки проведении совместных, да, военных учений? Да, в принципе, у нас на уровне штабов этот вопрос уже рассматривался. Я думаю, что она непосредственно в плане есть эти учения, но об этом будет потом информация сказана. То есть я хочу сказать, что Пакистану, Азербайджан тоже это интересное государство. У нас высококвалифицированные профессионалы в военном деле, они имеют боевой опыт. Они имеют опыт ведения современной войны, отвечающей требованиям 21 века, использования новейшей техники и вооружения. Поэтому я думаю, что Пакистану, в принципе, тоже интересна вооруженная сила Азербайджана. И поэтому две дружеские страны в этом плане динамически развиваются, и думаю, что обмен опытом Пакистана, такой сильной, как говорится, имеющий мощные вооруженные силы, имеющий атомное оружие, и самое главное, имеющий желание сотрудничать с Азербайджаном, конечно, этот потенциал мы будем использовать, нам очень интересен Пакистан, тем более у нас есть определенные с ними, как говорится, контакты в этом направлении.
И я думаю, что от этого и Азербайджан, и Пакистан, вооруженные силы только получат определенное, как говорится, развитие. Я должен сказать, что представители Азербайджана и Пакистана очень частые гости друг у друга. И у нас очень много, как говорится, большое поле сотрудничества в этом направлении, которое мы будем использовать, и я думаю, что плоды... Да, как раз за этот год уже три раза, да, были эти встречи. Вот у сторон имеются также и большие перспективы, да, в сфере военной авиации, и азербайджанские пилоты, они проходят обучение в летных училищах Исламабада, мы знаем, а пакистанские военные уже неоднократно выражали заинтересованность в том, чтобы принять участие на летно-тактических учениях Туразгад. Туразгарталы. И вот как может осуществляться кооперация двух стран в этом направлении? Да, нам, как говорится, военно-воздушные силы Азербайджана и Пакистана, их сотрудничество, можно сказать, она является локомотивом, как говорится, во всех сотрудничествах, видах сотрудничества. Как наши летчики на сегодняшний день используют учебные летательные аппараты, изготовленные в Пакистане. Я думаю, что в перспективе есть, как говорится, возможность Азербайджана закупить летательные аппараты, самолеты последнего поколения, изготовленные в Пакистане. Об этом, в принципе, я думаю, что к завершению идет переговоры. В любом случае, естественно, совместные полеты с пакистанскими летчиками, я думаю, что это будет, может быть, даже совместные полеты, международные учения ВВС, Азербайджан, Пакистан, Турция, это тоже в плане имеется. Но мы сейчас говорим о Пакистане. Да, естественно, я думаю, что совместные учения наших представителей военно-воздушных сил Пакистана, они не за горами, я думаю, что скоро об этом будет конкретная информация. Ну что ж, стороны не раз уже подтверждали, конечно, свою приверженность развитию сотрудничества в этой области и обороны, и безопасности. Спасибо вам огромное. А я напомню, мы говорили о визите военной делегации Пакистана в Азербайджан с военным экспертом, полковником запаса Шаиром Рамалдановым.